А вот у тебя немного выходят слезы, да? Вот почему? Я вижу. Ну, потому что... Жаль за что? Да. За ногу? Нет. За что? Ногу это Господь наказал, грубо говоря. Мне жалко. Я просто не знаю, что с моим личным составом. У меня хоть их 3 человека, но я пока не знаю, что с ними, живы они или не живы. Это раз. Во-вторых, мне просто людей здесь жалко. Ну, мирных в основном. Да и бойцов ваших многих жалко. Молодые парни, потому что что у нас, что у вас гибнут люди. Ну, это война, это политика, это... Я не знаю, когда это прекратится и как это прекратится. А вот у вас многие поддерживают это все, да? В России? Я не знаю. Не, ну, перед этим, это ж война началась не в 2022-м, война началась в Украине в 2014-м. Вы про это имеете в виду? А там, поверьте, многие никто не вникали сильно в это. Как бы я тоже слышал, что на Донбассе война идет туда-сюда, как бы я тоже в это не вникал. Это как бы, ну, не у меня там происходило, как это человек было и почему, как бы, ну, я не вникал. Опять же. А как относится сейчас, в принципе, к войне, ну, к этим событиям, что здесь происходит у меня в стране, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я не знаю.